планшет. У нас теперь, кстати, ага, мы разогнали. Всегда под рукой. У нас вообще теперь два планшета, кстати. До нас прогресс дошел. Наконец-то до них. Что будет нового еще в новом сезоне? Нового. Значит, сразу тебе с места в карьеру. У нас новые рубрики. Одну из них я хотел бы презентовать сразу. Косяк мы уже, в принципе, даже отработали эту рубрику. Да, косяк уже был. Еще рубрика «Игра». У нас будут гости еженедельные. Кстати, да, у нас еженедельно будут теперь появляться гости в планшете. И мы будем с ними играть в одну смешную и интересную игру. Ух ты! Да, тут, в принципе, быстренько. Просто Даша... Я решила конкуренцию просто. Да, вот тут на ходу все происходит, ты понимаешь, что все. Вы зажаты, парни. Понимаете, что у вас пяти отступлений. Нас уже, в принципе, назад дороги нет. Мы говорим о новой рубрике, кстати. Да, мы говорим о новой рубрике. А мы будем ничего объяснять? Нет, музыкальный крокодил остается тайной. Тайна, кстати, будет такая, ну, открыли секрет. Откроем секрет. Такая рубрика новая. Давай, она будет уже с гостем. Да, давай играть. Значит, я предлагаю начать тебе. Давай. Правила объясняю. Так. На вопросы, которые сейчас будет задавать Даша, Аня, отвечать нельзя словами «да», «нет» или «не знаю». И думать не больше 10 секунд. Думать не больше 10 секунд. А то ты специально дочекалась, когда там у нас уже 12-та година эфира. Именно поэтому. Ой. Вопросов немного, не переживай. Я как у психолога так возьму. Ну, в принципе, один раз ошибиться. Но один. Один, да. Больше нельзя. Ой, ну я с готова. Да. Давай. Спать хочешь? Иноді. А сейчас? Подекуди. Совсем спать не хочешь? История замовчує. Может, подушку дать? Можливо. Кофе будешь? Який? А Red Bull? Чумбині. Ветрянкой болела? Не пам'ятаю. Бульонные кубики на самом деле параллелепипеды. Где логика и как мне с этим жить? Відповіді шукайте в наших наступных выпусках. А ты тоже сначала выщипываешь брови, а потом рисуешь? Давай подивимося, з'ясуємо разом. Меня это платье полнит? Это питание, на яке немає неправильної відповіді. Любая девушка захотела бы слышать ответ, ты идеально. Це не сукня. Ось відповідь. Ночью падаешь с кровати? Не знаю. Апа! Продолжаешь или все? Продолжим. Хорошо. Продлевать будем? Продлеваю, да? Так и ты. Еще, давай. Давай. Гуляла по луне босиком? Все, переход хода. 10 секунд. Ну все, да, ты прогнал. Ты готов? Сейчас быстро, да? Обязательно логично отвечать или нет? Нет. А сейчас начнет отвечать вообще на Марс пальцем неба. Готов? Да. Ты был на Марсе? Укулеле. У тебя 5 пальцев на руке? Гладиолус. У тебя есть домашнее животное? Никита. 35 умножить на 5. Ну, Даша. Любишь море? Аня. Сегодня чистил зубы? Хватит, достаточно. Ты куришь? Ветрянка. Сейчас январь. Полосатый. Ты красавчик. Ты в крапинку. Я красивый. Фиолетовый. У тебя есть девушка? Потому что. Тортик будешь? Классный. У меня никогда не было айфона. Как думаешь, я все еще в обществе? Меня не полнит? Измеряешь дорогу в песнях? А, петелька. Пишешь смс вместо спасибо СПС? Ах, две дырочки. Обещал когда-нибудь начать новую жизнь? Ах, на Луне. С вами, как всегда, весело. Я знаю, что нашим телезрителям в том числе. У вас, кстати, время выхода программы «Планшет» в новом сезоне меняется или нет? Да вроде бы нет. Вроде бы нет. А вроде не можно так відповідати, вы снова продумали. Вроде бы, ты говорила, не бы, чем бы и не ты сказала. Анна сходит на разведку и знает, пока мы потянем паузу. Анна, пойди проведай, как там ребята. Я думаю, что они рады будут видеть и увидеть тебя вот в такой вот красивой сукне. Вот так вот я сказала.